Ну, друзья, наше пребывание в Ханалыге закончилось. Мы уезжаем. Как говорится, гостям очень понравилось. И местная еда, и местный колорит, коридор. И мы едем обратно. Я сниму немножко дорогу. Самые такие интересные места для того, чтобы вам было более наглядно знать, как здесь люди живут. Встреча на Эльбе. Все, что гости наши восхищаются и возгласы: ой ты, ух ты. На самом деле очень красиво. Натяжно скрипят тормоза. Не один, а жизнь. Он здесь два. Честно говоря, гости боятся. Ну как вам? Ух ты! Я спросил, как вам? Они говорят, ух ты! И вот здесь развилка. Дорога на Грыз. Машу УАЗик, которая поехала, по всей видимости. Ага, мафия бессмертна. Так, здесь они. Салам алейкум. Хорош кирдик. Байрам барек. Барам и барек. Нет, где здесь, да? Харги. Шарла гидис, а? Я кайдинам дала. Кайдис, а? Ну вот здесь нам как раз повезло. Встретили местную машину. И они просто тоже их вот эти вот развилка, Ханалыг и Грыз. Грыз — это горное село. Дорога идет вон туда. Мы там были в прошлый раз. Видео на канале. Друзья мои, я создам отдельный плейлист на мою поездку на Грыз и на Ханалыг. И все эти видео, снятые за этот период, начиная со 2 апреля. И вот по сегодняшний день я размещу там. Это просто какой-то отпад. Чудо. Приезжайте в Азербайджан. Как найти меня, вы знаете, как найти водителей. Я оставлю телефоны в описании. И все будет хорошо. Адские водители. Видите, осыпается, оползень бывает, здесь постоянно дорогу надо почищать. И еще один круг. Неистовство природы называется. Идем дальше. Let's go. 10 апреля 2024 год. Меня зовут Михаил Лискеров. Я думаю, вы уже запомнили, да?
Если вы до этого места досмотрели, то с вас лайк, комментарий. Для тех, кто не подписан, подпишитесь. Как вам не стыдно? Сейчас еще поедем обратно. А мы снова вместе. Дальше едем. На машине. Продолжаем съемку, потому что здесь очень красивое место. Талия, так что телефон я оставлю в описании, кому нужно звонить, договаривайтесь, отвезет куда хочет. Есть много интересных маршрутов, не только Ханалык, но и Гызы, Грызы, Водопад, ну и много другое. Все. Чёк сал, Талия. Magical. Magical.